Здравствуйте! Меня зовут Ярослав Федоров, я руководитель школы водительского мастерства. И сегодня в рубрике «Авточел-инструктор» мы поговорим о такой, казалось бы, сложной вещи, как парковка. В условиях современного мегаполиса, конечно, автомобилей на улицах города все больше, а парковочных мест все меньше. Поэтому сегодня на ряде примеров и алгоритмов мы разберем с вами, как же не испытывать затруднений при параллельной и перпендикулярной парковке. Итак, первой мы рассмотрим так называемую перпендикулярную парковку. В принципе, она не вызывает больших затруднений, если у вас не ограничено пространство слева. Но бывает часто, что на парковках, например, возле торговых комплексов, стоит несколько рядов машин, и слева пространство ограничено, поэтому у вас нет возможности отъехать от парковочного места и благополучно заправить автомобиль в этот карман. Поэтому сейчас мы рассмотрим вариант, так как у нас правостороннее движение в стране, мы рассмотрим вариант, когда мы будем заезжать направо в карман при перпендикулярной парковке. Итак, для начала мы рассмотрим типичные ошибки, которые допускают начинающие водители. Неправильным будет, если у нас ограничено пространство, двигаться по середине отведенной нам дороги, потому что это выльется в ряд проблем. Итак, двигаясь посередине, либо даже ошибочно прижимаясь к левому краю, нас ждут следующие проблемы. Когда мы будем заправлять автомобиль назад, мы, во-первых, можем задеть левой частью своего автомобиля то, что находится слева. Это может быть бортик, автомобили, либо в данном случае конуса. Если же мы будем распрямлять траекторию движения, пытаясь отъехать от автомобилей и от препятствия, которое находится слева от нас, то так как у нас дефицит расстояния, мы неминуемо, возможно, контактируем с автомобилем, который находится сзади. И очень важно следить за задним габаритом нашего автомобиля, когда мы выполняем заезд в карман. Ну и теперь давайте рассмотрим вариант правильной парковки. Для того, чтобы успешно запарковаться, нам прежде всего нужно прижаться максимально вправо. В данном случае максимально к автомобилям и к карману, в который мы будем заправлять автомобиль. Итак, мы прижались максимально вправо и движемся до тех пор, пока ориентировочно заднее колесо нашего автомобиля не поравняется с левой частью автомобиля, который уже стоит на парковке. Конечно, все эти ориентиры достаточно условны, и опытным путем вы непосредственно на ваш автомобиль должны установить, на что вы будете ориентироваться. Но среднестатистически это будет выглядеть именно так. Далее мы поворачиваем руль до упора направо. Напоминаю, что в условиях ограниченного пространства мы должны руль поворачивать до упора, если того требует ситуация, и желательно на месте, чтобы не терять полезное расстояние. Повернув руль до упора направо, мы начинаем осторожно сдавать назад и заправлять автомобиль в карман. Здесь нас интересует наш передний левый габарит, чтобы он не контактировал с препятствием слева. Мы смотрим справа, что мы не задеваем справа от нас стоящий автомобиль. И задний габарит очень важен, чтобы мы не контактировали с автомобилем, который сейчас находится сзади от нас. Заправляя автомобиль в карман, нам останется только выровнять его относительно автомобилей, которые стоят справа и слева от нас. При этом очень важно не забывать о других водителях и оставлять место, чтобы и у них была возможность открыть дверь. Особенно это касается больших автомобилей и автомобилей с кузовом купе, у которых двери чуть больше стандартных. Если мы говорим об ограниченном пространстве, и в данном случае мы будем выезжать из ограниченного пространства, к сожалению, у нас нет возможности уехать далеко вперед. Это один из способов борьбы с уводом кузова. Если бы расстояние позволяло, мы бы полностью выехали из кармана и беспрепятственно уехали направо или налево. Но если пространство ограничено, мы должны помочь себе так называемым предзаходом. То есть, выезжая направо, мы должны максимально эффективно сместить автомобиль налево, насколько нам это позволяет расстояние. Опять же, руль желательно вращать до упора и на месте. И потом из этого положения мы уже выезжаем направо. Таким образом, мы себя обезопасим от того, что мы не заденем автомобиль справа от нас стоящий и не будем контактировать с препятствием, которое ограничивает расстояние, куда мы можем двигаться вперед. Хочется отметить, что мы призываем парковаться и маневрировать задним ходом, потому что именно при движении задним ходом автомобиль максимально маневренный. Конечно, в данное парковочное место можно заехать и передним ходом. Для этого алгоритм в принципе тот же. Вам надо максимально прижаться налево, чтобы дать себе пространство для маневрирования.
Поэтому вы максимально прижимаетесь к левому габариту, если это ряд автомобилей или в данном случае конуса. И когда у вас поравняется примерно переднее колесо с автомобилем, который занимает одно из парковочных мест по соседству, вы начинаете поворачивать руль до упора направо и заводить автомобиль в этот карман. Все то же самое. И из габаритов вас интересует, чтобы вы передним габаритом не задели автомобиль, который находится слева, и чтобы вы при заходе в карман с правой частью борта не задели автомобиль, который находится справа. В кармане вам останется только выровнять автомобиль. Ну и, наконец, параллельная парковка, которую большинство автовладельцев считают самой сложной. Мы будем рассматривать вариант, когда мы будем парковаться направо, потому что у нас правостороннее движение, и правой стороной парковаться сложнее. А левой стороной вы все-таки четче чувствуете габариты автомобиля. Более того, мы рассмотрим вариант, когда мы будем парковаться в достаточно ограниченное пространство. Но хочется сразу обратить ваше внимание, если вы не уверены, что вы залезете в этот маленький узкий карман, лучше не экспериментировать и поискать себе другое парковочное место, чтобы быть уверенным, что вы не повредите ни свой автомобиль, ни автомобили окружающих. Итак, первое, что мы должны сделать, это опять же выбрать расстояние, двигаясь прямолинейно, до автомобилей, которые припаркованы вдоль дороги. Зададим это расстояние примерно в полметра и начнем двигаться вдоль автомобилей, которые запаркованы. Проедем парковочное место, куда мы хотим запарковаться. И остановимся, когда наш автомобиль примерно поравняется с габаритами автомобиля, который стоит справа от нас. Напоминаю, что указателем правого поворотника вы покажете другим водителям, что вы будете парковаться направо. Когда вы поравнялись с автомобилем, который уже запаркован, вы поворачиваете на месте руль до упора направо и, двигаясь задним ходом, начинаете заправлять автомобиль в парковочный карман. Опять же, удобнее смотреть задний габарит в полоборота, положив руку на пассажирскую спинку сиденья. Двигаясь назад, вы прежде всего смотрите за задним габаритом, чтобы вы никого не заденете, ну и периодически посматриваете, что слева вы тоже никого не трогаете. Проехав примерно половину расстояния, у вас передняя дверь, исходя из тех размеров, которые мы задали, поравняется с задним бампером впереди стоящего автомобиля. Вы можете повернуть руль налево и проехать некоторое расстояние назад. Но тут, как я говорил, все индивидуально. Параллельная парковка – это очень творческая вещь, поэтому если вы не добираете где-то одно расстояние, вы можете добрать его другим элементом. Двигаясь назад на прямых колесах, вы задаете расстояние, которое у вас в итоге будет до бортика, к которому вы паркуетесь. Это же расстояние мы задаем изначально теми полуметрами, которые мы едем относительно уже запаркованных автомобилей. Ну и заехав в парковочный карман, вам останется только выровнять автомобиль на парковочном месте и можете идти по своим делам. Надеемся, после нашего сегодняшнего выпуска проблема парковки у вас исчезнет, и вы будете более уверенно себя чувствовать за рулем, когда маневрируете на автомобиле. Если же у вас недостаточно опыта, и вы только начинаете управлять автомобилем, то вы можете тренироваться на открытых площадках, а автомобили могут заменять вам конуса. Автомобильный принцип «не уверен, не обгоняй» действует и здесь. Если данное парковочное место вам кажется тесным и у вас нет уверенности, что вы заедете туда, вы можете продолжить движение и поискать другое, более комфортное для вас парковочное место.